В селе Бушарино 33-летняя жительница Москвы около входа в храм сорвала, смяла и выбросила листовку с изображением буквы Z. В отношении правонарушительницы составлен протокол по части «Публичные действия», направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Представленные полицией материалы рассмотрены в суде. Женщина признана виновной в совершении правонарушения.